Капучин. Игра, которую я снимал на своем канале аж год назад. И за этот год она сильно изменилась. Поэтому я со своими друзьями снова зашли в нее, чтобы посмотреть, что с ней стало за целый год. Что это было? Дай передам. Кто на канале Сани смотрит меня, Капучин не будет у меня на канале, потому что у меня лагает во время съемки. Пойдемте в Зиржи. Наконец-то. Я сюда больше не вернусь. Я туда не пойду, у меня вьетнамские флешбеки оттуда, я туда не пойду. Это секретанул! 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 Да заткнитесь! Мы с маслом придумали новое слово. Пайбу. Кто? А, так это мат, мне это замазать надо. Пойдемте зимой сразу в хор. Да подождите, ё-моё! Не орите, дайте мне забраться. И пищи как девка, ё-мо. Значит, смотрите, поскольку я уже был год назад здесь, не раз, у меня остался цилиндр, и у меня остался бейджик. Поэтому я не какой-то бедный. А теперь погнали к этим балбесам в Zero Gravity. Я же знаю, что они не выберутся оттуда. Ой-ой-ой. Так, ну ладно, полетели. Вьетнамские флешбеки. Нет, не сюда! Я чувствую Горжа, который, типа, в этот летает. А? Чувствую себя Горжа Сатору. Как рулить? Как рулить? Я потерялся. Так, давайте другие карты чекнем. Да отсюда бы выбраться еще, знаешь? О, я сейчас, походу, прилечу. Ура, я выбрался. Саня, помоги! Саня! Нет! А меня? Не надо меня туда! Какую вспомнил? Какую? Саня, ты в порядке. Ты в порядке. Погнали! Ну я в порядке. Давайте на второй этаж. Да погнали на второй этаж, реально. Ты газанул, все на второй этаж поднялся. Полетел! Ты забываете то, что здесь можно хвататься за дерево? Или да, я знаю. Нееет! А, я уже в магазине. Сколько у меня баланс, мне интересно, ё-моё. Где? Где? Можем посмотреть. Какой у меня баланс? А, вот. Ё-моё, пацаны, у меня 18600 бананов. Чего? 18000. Офигеть! Я богатый. Если бы у меня был такой баланс в Горилла Таге, да я бы был супермен. Все бы были суперменами, ё-моё. Так, ладно, погнали закупаться. Идите отсюда, это моя новая коллекция. Я пошел по Дунай. О нет, это модератор. Сейчас забаню. Моя панамка, теперь я модный. Все, я буду с маршмеллкой. О, какой я красавец, мне нравится. Кажется, смотри, аж улыбается. Аж улыбается, смотри, прям. Будешь маршмеллку? А не дам. Пещера! Разойдись! Ой-ой-ой-ой. Не, я туда не хочу. А, тут закрыто. Ну, ладно, не очень-то и хотелось, в принципе. Ну, не очень-то и хотелось. На луну! Водичка, буль-буль! О, пацаны, систему воды обновили, тут купаться по-новому можно, теперь реально плавать можно. Стоп, чё? Чё не с лун... А на луну как теперь, на мою любимую луну? Out of order. Вышла из строя. Ай! Нет, я за карту сейчас вылечу, нет! Чё это летает? Пацаны, смотрите, где? Пацаны! Меня закинуло сюда. Масло, смотри, сейчас по водопаду скачусь. Смотри. Снимай. Хоррор. Пора обсираться. Ура. Ну нет. Ну, фу. А, тут отпечаток. О, ура, здесь еще угадывать не надо. Ходим, пойдем. Может, нам надо какого-то челика сюда притащить? Наверное. Ну, слушайте, это реально лучше, чем было разгадывать пароль. Опа, я что-то нашел. Здесь выключатель есть какой-то. Ой. Ну нафиг. Мне не нравится. Можно назад?
Мне нельзя что-то искать, я нахожу дребедень какую-то. Ну-ка, чья-то. Где? Стой, мне кажется, ее вырвать надо. Оу! Ух ты! Реально, ее вырвать надо. Она что, разбилась? А, вот она. Ой, вкусняшка какая. Дай мне посмотреть, это она выбежит. Да сейчас я открою, ладно, все. Сюда? Открывайся! Ой, ой! Пацаны, вам нормально? Через вас только что монстря пробежало. А, нет. Веревку убрали, часы. Они сразу разряжены. О, Костя! Привет, Костя, зефирку хочешь? Что-то рот открыл, ну держи. А я подумал, это топает кто-то. А, я вспомнил, как его зовут, это же Дэйв. Пошлите искать Дэйва, нужно ручку пожать. Мне кажется, он умер. Ну, если он умер, то это даже еще лучше. Я привел нас к тому месту, которое было в прошлой части. Колумб открыл Америку, я открыл вентиляцию. Эй, йоу! Дверь! Опа. Да. Плохая дверь. Что-то там вижу. Сейчас надо головой выбить. Портал в Незер! Я это хотел сказать! Это портал в Нидерланды, полетели! Ой. А это куда? На Гавайи? Я вам знал, короче, помню, я на свой день рождения ходил на квест страшный. Меня на унитаз посадили. Смачное. Я последний раз... Нам сюда. Воу! Это Биг Скэри, ребят. Это метро. Ой. Эй, привет! Привет! Я пойду пожму ему ручку. Да пойдем, ты, он же подружиться с нами хочет. Привет, братан! Давай знакомиться. А, он кусается. Видишь генератор? Вот здесь валяется. Смотри, масло. Нет, я не вижу. Видимо, нет. Его только я вижу. Там свет. Ладно, нужно идти попробуем на свет. Я не знаю, мы что, в бункер какой-то спустились? Вы это видите? Огромная штука светится. У меня такая же в руке сейчас. О, найс. С одной скорите рукой. О! Дверка! Дверка, как раз две штучки надо. Надо, походу. Да балбес, сюда это надо, мне кажется. Да, это сюда надо. Стоп. А почему я не вижу твою? Мне, походу, нужно найти еще одну. Я нашел. Нашел? С фастом, давай. Все, погнали. Это не бомба.